берем также бросковый шнур, также складываем его кольцами, набрали на руку, взяли кольцо, то есть это совсем другого вида, это полтора, радиус полтора, берем за кольцо вот так вот, полиэтиленовым шнуром, то есть берем вот здесь вот промеж, то есть кольцо идет промеж, берем большим пальцем, придерживаем здесь, а здесь уже берем примерно вот такое вот расстояние, чтобы у нас вот так вот вышло, примерно. То есть, и дальше уже у нас теперь закос, вот, поворот тоже примерно 90 градусов, и вот так вот, кидаем. Раз, и также мы вытаскиваем и смотрим, что, какой улов. Есть ли у нас улов или нет у нас улова. Улов у нас есть. Видите, хоть небольшой, потому что это полтора радиус, но рыба есть. Как бы убегает. Я не беру, я боюсь ее.